Ага. Ну-ка. В находке, да? Нужно прыгнуть на дрон и спустить его. Да. Так, ну что, отвесные горы, да? Пойдем, малой. Я как предполагаю, это будет очень непросто для нас с тобой. Я как понял, это будет очень непросто. Нет, сюда это слишком низко. Нам надо вот туда. Вон туда нам надо, Дайла. Ну-ка, ну-ка, где ты там? Ну? Элой, ну что там? О! Давай-давай, вот так вот хотя бы. Но здесь мы не допрыгнем, это тут однозначно. Нет, здесь... Ну-ка, посмотрим. Вон, видишь, где летает. Неужели вот туда надо спускаться? У меня снежинки на бровях. Элой, мы промахнулись. Что за фигня? Давай, давай, давай. Так. Правильно. Снижаемся. Так, нужно извлечь из дрона данные. Эх, куда, 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 Элой? Он вот лежит, нам надо его забрать. Данные у меня.
Осталось подключить дрон к куполу. Так. Нам еще один остался дрон. Так, ну это два у нас, как говорится, уже это самое, найденное. Угу. Так, нам надо еще один где-то найти Эллойда. Видел я тут одно местечко, конечно. Так, это Честангло. Давай вот, вот сюда вот сейчас слетаем. Угу. Вот до вот этого местечка добежимся. Так. Да. Давай. Хорошо. Еще один дрончик нам остался. Да давай в это слетаем. Сейчас тут вот соберем. Слушай, тут кто-то. Слушай, мы тут сколько денег я потратил. Слушай, на базу слетаем, а потом сюда. А неплохо. Ух ты! Слушай, вот это местечко мы тут нашли. Дрон, отвесные горы. Дорогие друзья, отвесные горы. Вот тут вот. О, место. Вот здесь. Отвесные горы. Тут недалеко от вала. О, оно не помешает. Как говорится, лишний груз этот. Лут он не помешает. Угу. Не, ну природа красивая. Просто супер. Мир такой прям. Ну вот. Просто шикарный. Жаль, в одном месте вот как-то они вот алгоритм у них этих, высших этих. Да, вот сейчас вот мы сгоняем в эту. Угу. Вот здесь вот подсохранимся немного. Одежда 12. Но главного нет. Ладно, это мы потом, попозже. Сейчас вот хочу все-таки крылья пробить. Вот ледоклык, где этот высший ледоклык? Все проблемы в нем. Нет, тут грозопушка уже больше не нужна. Быстрый охотник, травищик. Огонь, холод, электричество, но плазму не держит. Ладно.
Но это все нам... Вот у нас... Буревестника нет, и этого нет. Вкачать. Вот самое главное, урон это вот ближним целям и перейти вот сюда. Сетка огнеклыка и сердце высшего исполина. Два, вот по 40, вот самая, как говорится, такая переломная. От сердца высшего огнеклыка. Ну хотя бы вот это уже будет прям. Урон открытия. Урон ближним целям. Ну это просто даже фантастично. Но пока вот только не можем высшего буревестника найти. И высшего ледоклыка. Ладно. Охотничий лук солнца, просто шикарный лук. Дельта вот лук. Ну этот от плазма, это так. Так. Чтобы нам не сохраняться 15 раз. Ладно, полетели. Посмотрим этот самый. Отнесем. Ледоклыков тоже мало. Стелу забежим. О. Пойдем. Пойдем, малой. Пойдем. Ответственные горы мы прошли. Отвесные горы. Сейчас мы тут красоту покажем. И пас. Привет. Посмотрим, что тут у нас. Остров Шпили завершено. Давай. Мне нравится. Так, давай, посмотрим. Давайте. Это не то. Не очень ей это нравится. Третье.
Не будем мы с ней пока разговаривать. Хороший выбор. Почему ей пустыня нравится? Вот это вот зима. Нет, это ей что-то не нравится. Еще один где-то остался у нас. Нет, мы пойдем пока. Ну все, дорогие друзья, вот мы еще 9 из 10 собрал, не знаю, где еще один. Будем искать. Мне интересно. Ну все. Всем благодарю, кто нас смотрел.